Ребята, смотрите, всем ребята, привет! Сегодня мы с Сашей зрителем и аплодируем вместе с нами. Будем смотреть, как выступает Морс. Довольно смешно. И сейчас он будет удивлять нас, показывая различные трюки. А теперь гимнастика. Неужели такой огромный Морс сможет повторить движение за человеком? Как весело он делает повороты. Теперь отжимания. Какой же он молодец. Переходим к упражнениям на спине. Поднимаем ласты. А вы знаете, ребята, что у морских млекопитающих, таких как моржи, не бывает ног? У них есть ласты, с помощью которых они очень быстро плавают. Еще одно упражнение – отжимания. За свое выступление Морс получает вкусную рыбку. Переходим к водным процедурам. Все-таки как смешно он показывает повороты на спине и приветствует зрителей. Здесь танцы. Как здорово он танцует. Ребята, кажется, Морс решил пошалить. Он стал обливать зрителей водой. Хорошо, что на улице жарко, и освежающий душ – это здорово. Вы только посмотрите, он закрыл глаза своими ластами. Кажется, ему очень стыдно за свой поступок. Подписывайтесь на наш канал. Скоро будут новые веселые ролики с другими животными. Всем пока-пока!